Здравствуйте, уважаемые студенты. Мы начинаем очередную лекцию. Тема сегодняшней лекции – этические проблемы генной инженерии, клонирования и медицинской генетики. Ну, следующие вопросы рассмотрим. Специфику моральных проблем, связанных с медицинской генетикой, генной инженерией и клонированием. В таком порядке мы их рассмотрим. Более подробно этические проблемы медицинской генетики, этические проблемы, связанные с генной инженерией и клонированием, ну и этические проблемы международного проекта «Геном человека», тоже коснемся этого. И в заключении поговорим немножко о евгенике, точнее ее этической составляющей, этических дилемму и проблему евгеники. Ну, как вы прекрасно понимаете, современная генетика, особенно генетика человека, является одной из наиболее бурно развивающихся областей научного знания вообще. Характерно, это нужно отметить, что в наши дни многие достижения очень быстро находят свои практические приложения. В медицине, в здравоохранении, в частности. Хотя не только, да, в медицине и здравоохранении. Вы знаете, проблема генномодифицированных продуктов существует и так далее. То есть такая чисто биоэтическая проблема, выходящая, круг проблем, выходящий за рамки медицинской этики вообще. Ну и не будет слишком смелым заявить, что вполне возможно, в будущем биологии и медицина будут все больше опираться на фундамент генетики, и в конечном итоге, в отдаленном будущем, многие проблемы, связанные с человеческим здоровьем, будут решаться как бы превентивно на генетическом уровне. Это уже не такая уж и фантастика в наши дни. Хотя как раз вот этот, да, аспект проблемы и может вызвать довольно оживленные, серьезные дискуссии по поводу этики, этичности применения подобных технологий. Но об этом мы поговорим позже. То есть технически вещи уже возможны, с этической точки зрения могут быть подвергнуты определенному сомнению. Ну и понятное дело, что стремительный прогресс медицинской генетики так или иначе сопровождается неизбежно появлением все новых и новых моральных и юридических проблем. Некоторые из этих проблем, например, связанные с клонированием, да, с получением генетических копий клонов живущих людей или уже умерших, то на самом деле, конечно, открывает очень интересные перспективы, о которых еще философы начала 20 века говорили, в частности, Федоров, там, да, его идеи воскрешения предков умерших, которая тогда казалась совершенно безумной, фантастичной. Сейчас она, в общем-то, в какой-то степени выглядит, ну, если не такой вот решаемой, да, сегодняшними средствами, но не такой уж и фантастичной. Итак, эти проблемы клонирования, в частности, привлекают внимание достаточно широких слоев населения, слоев общества. Другие, на самом деле, может быть, не менее важные и острые, обсуждаются главным образом среди специалистов. Но совершенно понятно, что эти проблемы требуют не только обсуждения, но и принятия очень ответственных решений, причем на уровне как общества в целом, так и научного и медицинского сообщества, ну и даже на уровне отдельной семьи и отдельного индивида, особенно вот семьи. Семья здесь выходит, как бы начинает выступать в роли вот субъекта морального.
Но мы прежде всего должны поговорить с вами об этических принципах и проблемах, связанных с медицинской генетикой. Да? Именно медицинской. Ну, традиционно медицинская этика ориентирована прежде всего на взаимоотношения между двумя индивидами. Врач и пациент. Но вот нужно заметить, что одна из особенностей этических проблем именно медицинской генетики состоит в другом. Она связана с тем, что наследственные заболевания, хотя они и проявляются у отдельных индивидов, в результате репродуктивных процессов передаются потомкам. Поэтому проблемы, изучаемые в медицинской генетике, имеют семейный или родовой, да, можно сказать, а не только индивидуальный характер, как то бывает при обычных заболеваниях. Я уже вам сказал, что субъектом в данном случае может выступать семья или даже род. Да. Хотя, конечно, понятие рода, но как бы человечество давно уже на самом деле перешло, да, от, так сказать, родовых, родоплеменных отношений, ну, имеется в виду, конечно, западная, да, часть человечества, западная цивилизация. Но, тем не менее, как видите, с актуализацией проблем, в частности, медицинской генетики, вот это понятие рода вновь становится довольно актуальным. Все возвращается. Другой важной особенностью медицинской генетики, которая проявляется и, конечно же, в специфике ее этических, моральных проблем, является то, что лишь для очень небольшого числа наследственных болезней имеются более или менее успешные лечения. Это очень важно обратить на это внимание. То есть мы можем диагностировать достаточно большое число наследственных болезней, но тем не менее далеко не все из них могут иметь более-менее успешное лечение. Поэтому преимущественно приходится ограничиваться мерами профилактики и диагностики этих нарушений. И именно вот это последнее обстоятельство служит источником таких специфических проблем, как этичность диагностики того или иного патологического состояния, при условии, если отсутствует достаточно эффективный метод его лечения. Есть большие сомнения, захочет ли человек знать свою судьбу, не имея возможности ее избежать. Как сообщалось в одном специальном исследовании, из 150 тысяч лиц, входящих в группу риска по болезни Гентингтона, только 200 человек согласились пройти диагностическую процедуру. Остальные предпочли не знать диагноза неизлечимого заболевания. И вот такие вещи, в общем-то, вполне объяснимы с точки зрения человеческой психологии. То есть, если проблема не может быть решена, то, в общем-то, мы очень часто предпочитаем о ней не знать, да, и чувствовать себя в этом смысле более спокойно. Вот один из авторитетов, да, данной области, Макьюсик, да, такой исследователь, отмечал, что бурный прогресс современной генетики человека содержит в себе как минимум два риска. Во-первых, новая информация увеличит разрыв между тем, что мы можем диагностировать, как я уже говорил, тем, что мы можем лечить, и это уже сейчас является довольно острой проблемой, как я уже вам показал. Во-вторых, значительно возрастает разрыв между тем, что все мы, врачи, ученые, публика широкая, думаем, что мы знаем, и тем, что мы знаем на самом деле. Вот это обстоятельство связано с таким вот невольным энтузиазмом, которым охвачено научное сообщество по поводу ожидания, как я уже говорил, различных благ от реализации международного проекта «Геном человека» и вообще исследований в этой области.
и связано с переоценкой степени влияния генетических факторов на формирование поведения человека. Вот эти ожидания, во многом завышенные, да, они должны быть скорректированы, поскольку слишком как бы они велики, да, и те этические проблемы, которые, в частности, этические, да, которые могут возникнуть в этой связи, они должны быть тщательно разработаны, да, проработаны. Ну, я вам скажу, что в 30-е годы в литературе, в частности, да, этот вопрос средствами искусства поднимался, обсуждался. Хочу напомнить вам, если, может быть, кто не читал, да, есть такой роман «Антиутопия» Уоллеса Хаксли «О дивный новый мир», где, собственно говоря, эти проблемы поднимаются. Кстати говоря, книга написана в 30-е годы. То есть, когда, в общем-то, такие вещи, как клонирование, да, были или полной фантастикой. Ну, мы еще позже, возможно, вернемся вот к этому произведению в качестве иллюстрации. Мы его используем, посмотрим. Специфика этических проблем медицинской генетики состоит также в том, что предметом генетической практики является в основном забота о здоровье еще нерожденных детей, то есть будущих поколений. То есть разновидность медицинской помощи, такая как медицинская генетика, может развиваться успешно лишь в такой социальной ситуации, где как отдельные граждане, так и общество в целом признают ответственность за здоровье не только уже живущих сограждан, но и тех, кому еще только предстоит родиться. И вот это очень важная проблема. Да? Признание ответственности перед будущими поколениями заставляет задуматься над проблемой справедливости. Справедливости применительно к распределению общественных ресурсов между поколениями, которые живут, и тех, кто придет им на смену. И придет им на смену. И это очень важно, да? Такой поколенческий эгоизм, если возможно, несправедливое перераспределение, изъятие ресурсов у потомков, например, да, ради живущих сейчас людей. Это несправедливо, без всяких сомнений. Но вместе с тем несправедливо также, если мы, скажем, наделим неоправданными преимуществами будущих людей, да, и все будет подчинено только вот интересам этого будущего. И это совершенно недопустимо, потому что если настоящее поколение людей не будет достаточно развито и иметь хорошее здоровье, то ему мало что будет перераспределять в пользу потомков. Да? То есть это очень важно. Вероятно, справедливость между поколениями следует искать в более сложно устанавливаемом балансе интересов будущих поколений и неживущих. Без здорового настоящего не будет здорового будущего. С одной стороны, с другой стороны, слишком, скажем так, или преувеличение, да, интересов неживущих над интересами будущих поколений тоже ни к чему хорошему не приведет. Нужен баланс. Итак, нужно отметить, что специфика предмета медицинской генетики и ее методов предопределяет специфичность и ее морально-этической проблематики. Вот мы можем сделать. Какие еще здесь проблемы могут возникать? Их на самом деле очень много. Например, проблема сохранения медицинской тайны, то есть конфиденциальность генетической информации, добровольность при проведении генетического тестирования индивидуум и скринирования популяции, доступность медико-генетической помощи, тестирование, консультирование, потому что довольно дорогие процедуры, даже для развитых стран. То есть несколько тысяч долларов может стоить.
процедура та или иная. И вот это очень важно, да? Проблема, от которой мы никак не сможем уйти. Но также соотношение потенциального блага и вреда при реализации различных генетических вмешательств. То есть соотношение блага, которое может, и, собственно говоря, может быть принесено, и, собственно говоря, это является целью медицины, да, со времен Парацельса, мы знаем, делай благо. И вреда, да, принцип не навреди, также должен соблюдаться, который вполне возможен при реализации различных генетических вмешательств. Ну, вот давайте рассмотрим, да, может быть, более подробно те проблемы, которые, с которыми, моральные проблемы, естественно, этические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, например, при получении и использовании медико-генетической информации. Ну, многочисленные методы используют медицинская генетика для получения информации медико-генетической. Но в связи с нашим интересом, да, биоэтическим, наибольший интерес, да, для нас будет представлять, например, генеалогический анализ, тестирование и скринирование, например, выявление генетической патологии. Применение каждого из этих методов связано с определенными моральными проблемами. Ну и одно из центральных мест в этом занимает проблема конфиденциальности. Проблема конфиденциальности генетической информации. Ну и, как вы знаете, таким классическим способом установления генетической природы того или иного заболевания человека является составление родословных, генеалогий. Да? Такая практика генеалогического анализа изначально противоречива. Для того, чтобы помочь индивиду или паре, генетик должен получить информацию о психических, соматических признаках, касающихся целой группы людей, то есть родственников его или их. Если речь идет о паре. То есть, ну, здесь возникает, естественно, проблема. Если родственники также становятся объектом исследования, то нужно ли спрашивать их разрешение, да, их согласие? Согласно Конституции Российской Федерации, ну и также основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, вы знаете, нельзя проводить исследования на людях и медицинское вмешательство также без их добровольного информированного согласия. Вот это понятно, да, с юридической точки зрения. С этической, должен ли пациент спрашивать согласие своих родителей на передачу врачу данных об их заболевании, например, о вредных привычках, чертах характера и всем том, что медицинский генетик может считать относящимся к интересующим его наследственным признакам. Имеет ли врач-генетик работать с медицинскими картами родственников пациента, не ставя их в известность об этом? Это как бы на самом деле проблема. Да, да, юридически, конечно, вмешательство, да, или там какое-либо исследование запрещено, но здесь речь идет, собственно говоря, не вполне об исследовании, да, скажем, самого человека, речь идет о его документах, медицинских картах. Этично ли это? Ну, можно допустить, да, что, допустим, да, родословное построено. Тогда возникает следующий вопрос. Имеет ли право пациент знать всю информацию, которую опытный генетик может извлечь из изучения родословной или лишь то, что касается непосредственно его и его потомков? Может ли он взять у врача копию родословной?
Имеют ли право его родственники получить эту информацию без его согласия? И тем более вопреки согласию, то есть вопреки запрету. На самом деле, по всем этим вопросам существует расхождение во мнении серьезно. Корень проблем здесь, как вы понимаете, да, состоит в том, что этические стандарты привычной нам с вами медицинской практики традиционно строились, исходя из модели классической, да, о которой мы говорили в свое время, исходя из модели индивидуального взаимодействия врач-пациент. Вот, классической патерналистской модели. Ну, не обязательно патерналистской, но классической. Примеримы ли в полной мере генетики такие правила, как неприкосновенность частной жизни, например. Информация о заболеваниях, различных психических, соматических особенностях, привычках и образе жизни, вся эта информация, относящаяся к частной жизни пациента. Но в рамках данной родословной, эта же информация может иметь важное медико-генетическое значение для других родственников. И обладая ею, родственники пациента могут более ответственно подойти к вопросу о рождении потомства, например, вовремя проконсультироваться, провести обследования необходимые, принять профилактические меры при наличии предрасположенности, например, которую они узнают, и так далее. И вот здесь вот важная биоэтическая проблема, да, вырисовывается перед нами, о которой мы уже в других контекстах не раз говорили. Это проблема соблюдения конфиденциальности и совмещение, да, ее с принципом «делай благо». То есть как соблюсти конфиденциальность в данном случае и принцип уважения автономии пациента, о которых мы с вами тоже неоднократно говорили, как совместить с другим принципом, долгом помочь человеку, принципом «делай благо», который является столь же обязательным моральным требованием деятельности любого медицинского работника. Конечно, универсальный подход к разрешению подобной моральной дилеммы выработать практически невозможно. Каждый случай требует индивидуального, ситуативного анализа, да, ситуация, да, важна, в ходе которого следует помнить и о том, что все принципы и правила биоэтики бывают применимы не абсолютно, а лишь после тщательной оценки последствий принятия того или иного решения. Абсолютных решений, как мы с вами убеждались уже не раз, биоэтики нет, да, и может быть, даже и не будет. Хотя какие-то проблемы все-таки, видимо, будут решены, да, но далеко не все. Конечно, ситуацию, вот, описанную, да, с родословными, можно упростить и рассмотреть ее в двух крайних случаях. Если информация, например, касается признаков, не имеющих существенного клинического значения, или наоборот, вторая крайность, если информация касается вероятности тяжелого психического или соматического заболевания. Тяжелого. Как вы понимаете, в первом случае обычно можно придать решающее значение конфиденциальности, то есть требованию конфиденциальности, и воздержаться от передачи информации родственникам, пациентам. Во втором случае, когда налицо явная опасность развития, появлению потомков, да, тяжелого наследственного заболевания, угрожающего жизни, или там ведущего к тяжелой инвалидизации. То есть в этом случае долг врача-генетика, конечно, будет заключаться в том, чтобы по возможности предотвратить беду, да, проинформировать и проконсультировать родственников пациента. При этом, конечно, нужно сделать все возможное для получения разрешения на передачу информации от пациента. Если же это не удается по каким-то причинам, он не хочет, да, я не знаю, по религиозным или еще каким-либо причинам упирается, то необходимо поставить его в известность, что информация в силу ее особой клинической значимости будет передана
соответствующему родственнику, несмотря на запрет. Конечно же, эта информация, предоставляемая родственникам, должна касаться лишь той ее части, которая имеет отношение к вероятности развития у него или его потомка данного конкретного тяжелого заболевания, и не более. Ну вот сложнее, когда принятие морального решения требуется в случаях, которые не могут быть отнесены крайне. Ну и здесь, конечно, как вы понимаете, целесообразнее всего прибегать к помощи или осуществлять эти решения в рамках этического комитета, этической комиссии, о которой мы с вами уже частично говорили, еще в будущем поговорим. Этического комитета, который может быть организован в медицинском учреждении, занимающимся, ну и должен быть, по идее, организован в учреждении, занимающимся медико-генетическим консультированием. Совместное обсуждение сложной с моральной точки зрения ситуации позволяет найти более взвешенные решения. Видимо, до сих пор не придумано, да и вряд ли будет придумано иное средство решения подобных проблем, чем обсуждение, скажем так, в рамках сообществ, комитетов, объединяющих людей с разной компетенцией, то есть, которые моделируют некую такую вот общественную ситуацию. В ходе подобных обсуждений группа профессионалов самоорганизуется, оформляется в сообщество, которое обладает собственными нравственными ценностями и традициями. Ну, конечно же, при этом необходимо избегать влияния на характер принимаемого решения различных финансовых или там исследовательских интересов самих медицинских генетиков, ну, а также учитывать социокультурные особенности пациентов. Конечно же. Дело в том, что вот наше с вами общество российское, оно, скажем так, обладает значительной этнокультурной неоднородностью, что делает бесперспективным стремление навязать всем какую-либо одну определенную модель взаимоотношения между людьми вообще, да, ну, в частности между врачами, медицинскими генетиками, пациентами. В зависимости от религиозных, национальных или личностных особенностей пациенты могут предпочесть более патерналистское отношение к себе, как мы с вами говорили, ну, либо, напротив, отношение, основанное на принципе уважения автономии личности, да, именно автономии. Ну и нужно учесть, конечно, что среди некоторых этнических групп до сих пор определяющую роль играют родовые отношения. И в этом случае, вероятно, будет полезным посредничество авторитетного представителя рода, или просто старшего по возрасту, общего родственника. Это что касается вот составления вот этих вот генеалогий, да, генетических родословных. Но аналогичные проблемы возникают и при генетическом тестировании. Генетическом тестировании пациента, которое может проводиться как по запросу так пациента, так и в обязательном порядке, например, для определенных профессиональных групп. В последние годы возможность тестирования этих заболеваний наследственных очень быстро возрастает благодаря внедрению практику методов ДНК-диагностики, чего раньше не было, да, сейчас это достаточно, так сказать, распространено и приносит свои результаты позитивные. Но нужно отметить, да, что несанкционированное пациентом самим использование касающейся его генетической информации для него в этом смысле может представлять довольно серьезную опасность. Что я имею в виду? Ну, например, полученное в результате обязательного медицинского обследования
информация генетическая может быть использована администрацией предприятия как средство дискриминации, как повод для увольнения, как препятствие продвижению по службе. Но здесь нужно понять, да, что, конечно, у работодателя есть вполне рациональные и понятные мотивы для использования генетической информации. Ведь принимая на работу лиц, предрасположенность генетическую к развитию там, либо заболевания, он, так сказать, подвергает себя риску, да, а если не принимает, то снижает риск финансовых потерь и так далее. Но понятное дело, что вот эта вот рациональная мотивация, эгоистическая, да, на самом деле, не должна и не может снимать вопрос о его моральной ответственности. Ну и, конечно, соответствует трудовому законодательству. С другой стороны, в ряде случаев, да, когда у обследуемого действительно обнаруживается какая-то генетическая предрасположенность к заболеванию, определенному, да, причем развитие которого может быть спровоцировано условиями труда на предприятии, да, то, понятное дело, и с моральной точки зрения будет такого человека не допустить к работе на данном предприятии. То есть, как бы, тем самым совершить благо, даже если это идет вразрез желаний самого человека. На самом деле, проблем здесь, конечно, много. Более того, не только рационально, как в данном случае, да, может быть использована генетическая информация. Рационально я имею в виду разумно, да? То есть вне зависимости от того, как мы с этической точки зрения будем оценивать, да, использование этой информации, она может быть использована либо рационально, либо иррационально. То есть, что это значит? Ну, это значит, что она, в общем-то, используется без какой-либо цели, случайно, да, по ошибке, когда человек просто становится жертвой, да, необдуманных действий. Ну, например, что имеется в виду? Например, в литературе описан такой случай, да, который произошел там несколько лет назад, когда во время одной из телевизионных передач, да, один из журналистов, ну, некорректно использовал слово «мутант» по отношению к ребенку, родившемуся там, в определенном регионе. Потом он сказал, что, да, родившимися с некими генетическими патологиями. И на самом деле, конечно, там, в этом репортаже исследовалась очень важная социальная проблема, там все было нормально, но вот он неосторожно использовал это слово «мутант». При этом имя, да, матери, родившей этого ребенка, тем более фамилия, не была сообщена. Но поскольку в данном вот месте, да, в данном поселке за последнее время родился лишь один ребенок, то фактически произошло вот такое невольное разглашение информации. И вот это слово «мутант» стало клеймом для ребенка, для всей семьи. Вызвало по отношению к ним враждебные отношения, такую социальную изоляцию, без всяких, кстати говоря, на то оснований каких-либо рациональных. Никаких рациональных оснований для подобного вида коллективной агрессии не было, да и, собственно говоря, не могло быть. Но агрессия была. Потому что существуют, да, вот предрассудки, да, как говорил Фрэнсис Бэкон, идолы языка, да, само слово «мутант», оно уже, в общем-то, имеет достаточно серьезную негативную коннотацию. И, на самом деле, лучше его не применять, конечно, тем более в широкой, скажем так, аудитории. Поэтому генетический диагноз может стать клеймом для ребенка и его семьи, явиться основанием их социальной дискриминации. Причем это может, сказать, произойти, в общем-то, вполне иррационально, да?
без какого-либо умысла или какого-либо расчета. Ну и есть такой метод, да, на слайде его, по-моему, нету, да, есть такой важный метод, как генетическое скринирование популяции. Оно определяется с целью определения носителей генов различных тяжелых наследственных заболеваний. Вы наверняка об этом знаете достаточно много уже всего. Второй курс. Классическим примером, да, могут здесь являться различные программы скрининга, направленные на выявление новорожденных младенцев, страдающих различными заболеваниями, наследственными. Но здесь что важно, что своевременная диагностика генетического дефекта и последующее применение там специальных диет, различных, да, мероприятий, может привести к хорошему общему результату. Я не буду сейчас касаться, да, конкретных случаев, да, это, в общем-то, скажем так, не вполне, да, биоэтическая проблематика. Мы будем стараться говорить в основном об этике. Так вот, здесь, как и при тестировании, то есть при применении программы скрининга, возможен моральный конфликт, в основе которого, опять же, столкновение правил конфиденциальности с долгом предупредить возникновение тяжелого заболевания. Ну, а также возникает и другая проблема, которая заключается в том, что необходимо, да, материально обеспечить достаточно эффективно не только саму процедуру скрининга, но и полноценное последующее лечение, да, в случае выявления патологии. Причем лечение на самом деле довольно в принципе дорогостоящего и сложного, включающего диетотерапию, психокоррекционную работу и так далее. Одно дело, да, выявить некую патологию, да, и рекомендовать, да, человеку соблюдать, допустим, какую-то особую диету, которая может быть очень дорогой. И другое дело, чтобы это оказалось для этого человека возможным, в том числе и по финансовым отношениям. Вот частая проблема у нас, в нашей стране в частности, да, является вот проблема недофинансирования программ скринирования, недостаточно характерной, да, для современности. И это приводит к тому, что вместо крайне тяжелой какой-нибудь психической патологии, приводящей к гибели ребенка в первые годы жизни, формируется менее тяжелая, но также инвалидизирующая патология, которая растягивает страдания пациента и семьи, там, допустим, на десятилетия. И возникает резонный вопрос. Уменьшает ли подобная медицинская практика объем страданий? Объем страданий человека или, напротив, даже увеличивает его? То есть это важный вопрос. Конечно же, серьезные моральные проблемы возникают при разработке и внедрении в практику новых скринирующих программ. Ни один из существующих методов диагностики не является абсолютным. Всегда бывает определенный процент ошибочных диагнозов. Ложно отрицательный результат, ложно положительный результат, вы это знаете. И отношение между числом ложно положительных и ложно отрицательных диагнозов имеет динамический характер. И это совершенно понятно. А ложно-отрицательная диагностика имеет вполне очевидные последствия. Больной не получает необходимого лечения. Ложно-положительная диагностика может нанести серьезный вред, понятное дело, психическому вред здоровью ребенка и его родителям. Ну, а неоправданное лечение вред его здоровью, по-моему, может нанести. Иногда довольно серьезно.
Если учесть, что концентрация генов тяжелых наследственных заболеваний в популяции низка, то даже при наличии очень точных методов диагностики число здоровых, ошибочно диагностированных в качестве носителей патологического гена, может быть соизмеримо с числом выявленных реальных больных. То есть вполне соизмеримо. Стремясь вылечить одних детей, медики должны пойти на то, что будет нанесен ущерб определенному числу здоровых детей за счет вот этой вот ложной положительности. Поэтому при принятии решения о применении скринирующих программ следует самым тщательным образом взвешивать их не только и не столько финансовую, но и чисто вот человеческую, да, цену, моральную цену. Аналогичные проблемы, кстати, при тестировании вполне могут возникнуть. Но поскольку тестирование проводится обычно при наличии определенных медицинских показаний, например, наличие в семье случаев наследственного заболевания, а также в индивидуальном порядке, то вероятность ошибочных диагнозов при тестировании меньше, хотя и она не может быть исключена полностью. И, кстати говоря, не менее важные этические проблемы, конечно, специфические, возникают в тех случаях, когда сама по себе процедура медико-генетического тестирования, исследования несет опасность причинения вреда. Ну, например, ряд наследственных заболеваний может быть диагностирован внутриутробно, что, опять же, может быть связано с риском неоправданного, непреднамеренного, вернее, прерывания беременности. Если имеются медико-генетические показания, свидетельствующие о значительной вероятности рождения ребенка с генетической патологией, то обычно считается, что этим риском можно пренебречь. Но с этической точки зрения, да, вот возникает все та же проблема статуса эмбриона, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. Хотя новорожденный, нерожденный плод и не защищен законом в полной мере, но с моральной точки зрения он обладает правом на жизнь, его интересы должны приниматься в расчет. И если уж мы идем, скажем так, по этому пути, то в расчет полностью. Да? И вот эта ситуация, о которой я с вами только что говорил, ситуация тестирования плода, да, должна тоже как бы осмысленно быть с точки зрения интересов плода, да, который подвергается определенному риску. Но опять же, степень риска здесь тоже имеет значение. Ну и в заключение разговора о медицинской генетике нужно заметить, что вот вряд ли можно оправдать такую вот с моральной точки зрения, конечно, нейтральную позицию некоторых медиков, которые готовы выполнить заказ за соответствующее вознаграждение. В данном случае плод, хотя и не является человеком в полной мере, все же на него распространяется принцип «не навреди», который не должен превышаться необоснованным беспокойством родителей. Ну, теперь мы должны немножко с вами поговорить о генной инженерии. Да? Понятно, что это совокупность приемов, методов, технологий, получение генов, способных изменяться, перевоплощаться во что-то новое и так далее. Она, вот эта генная инженерия, служит для получения желаемых качеств изменяемого и генетически модифицированного организма. В отличие от традиционной селекции, в ходе которой гены подвергаются изменениям лишь косвенно, генная инженерия позволяет непосредственно вмешиваться в генетический аппарат. И вот это вот, да, как раз и является предметом острых дебатов и очень серьезной, да,
проблемой вмешательства, вмешательства в фундаментальные, да, процессы жизни, да, генетический аппарат. Применение к человеку генинженерия может применяться для лечения наследственных болезней, например. Хотя есть существенная разница между лечением самого пациента и изменением генома его потомков. При помощи генинженерии можно получить потомков с измененной внешностью, умственными и физическими способностями определенными, да, характером и поведением определенным. Более серьезные, да, в принципе, можно изменения создавать. Но еще раз подчеркну, да, что на пути вот к этому дивному новому миру, как говорил Хаксли, существует множество, великое множество моральных проблем, которые человечеству каким-то или образом придется решить. Да? Клонирование, да? Вы знаете, в самом общем значении точное воспроизведение какого-либо объекта там, энное число раз. Клонами, да, обычно называют объекты, полученные в результате клонирования. Причем как каждый по отдельности, так и весь ряд. Английское слово clonings от греческого происходит. Веточка, побег, отпрыск всего лишь означало. Да? Понятное дело, что возможность клонирования человека неоднозначно воспринимается в обществе. За и против есть. Понятное дело, что здесь сталкивается с одной стороны позиции науки, да, ученых, и позиции, например, духовенства, полярной точки зрения в этом вопросе, они выражают. Конечно же, большинство ученых достаточно сдержанно относятся к идее клонирования человека. Но, в общем-то, вполне допускают проведение экспериментов, да, скажем так, в этой области. Религиозные деятели категорически отвергают какие-либо эксперименты. Ну и, как вы понимаете, на сегодняшний день эта проблема прежде всего этическая, в первую очередь этическая. Человек, как я уже говорил, вторгается в сферу бытия, за которую не ответственен в силу своей природы. Ну, то есть в ту сферу, которая, в общем-то, может непредсказуемо отреагировать на его вмешательство, с одной стороны. Но и с другой стороны, человек как бы таким образом переходит грань, как... Например, религиозные люди говорят, отличающие его от Творца. И вот эта проблема, скажем так, этическая, и не только этическая, была осмыслена в истории культуры очень давно. Существовали легенды, да, о создании искусственного человека, да, каббалистами какими-то, легенда о големе, например, и не только, да. И очень важным составляющим моментом, да, в этих легендах всегда был момент этический, да, этико-религиозный, ну, может быть, в большей степени даже этический. То есть, с одной стороны, взятие на себя функции Творца и необоснованной такой вот непосильной ответственности, да, в частности, в легенде о големе, об этом как раз идет речь, да, о том, что созданный там этим каббалистом, искусственный человек, виненный, да, каббалист прочитал, да, вернее, с помощью своих методов каббалистических получил вот эту формулу творения, да, которую якобы Бог произносил в свое время, и вот смог создать этого голема с помощью специальной молитвы там оживить его, но этот голем вышел из-под контроля, да, то есть он стал чудовищем в конечном итоге, хотя какое-то время служил вот этому самому каббалисту, Бен Бецероли его звали. Ну, как я уже говорил, в романе Олдоса Хаксли «Дивный новый мир»
собственно говоря, эти ситуации тоже описаны, и там общество очень интересно построено, да, там есть несколько социальных больших групп, или касты, да, этого общества, там они буквами греческого алфавита названы, которые изолированы, да, строго одно от другого, которые воспроизводятся не естественным путем, да, а как раз с помощью клонирования. И, собственно говоря, та или иная группа обладает теми или иными качествами, которые необходимы для выполнения функции, которую эта группа предназначена. Причем эти люди, как пишет Хаксли, да, не зная ни о чем другом, чувствуют себя вполне, в кавычках, счастливы, да, удовлетворенные, их потребности удовлетворяются полностью, да, различные. Ну, вот такой вот дивный новый мир, описал Олдос Хаксли, мир клонов на самом деле. И чем ниже касты, да, тем вот это вот, скажем так, идентичность этих клонов выше, да, то есть они почти не отличаются друг от друга. Да, и, собственно говоря, если уж говорить о клонировании более предметно, да, то вы должны понимать, да, что существует как бы два вида клонирования, вы это знаете. Клонирование, направленное на воспроизводство человеческого существа, репродуктивное клонирование, и клонирование для медицинских целей, терапевтическое клонирование, например, в целях регенерации органов того же человека или производства медицинских препаратов и так далее. Вторая разновидность клонирования не направлена на полноценное воссоздание существа, и методологически протекает без использования матки-донора. То есть с этической точки зрения такая процедура, да, вполне приемлема и, в общем-то, не вызывает возражения большинства людей, различных, да, категорий населения, социальных групп. Вполне допустимо. И в этом смысле, конечно, наверное, приоритет отдается именно вот этому терапевтическому клонированию. Хотя с этической, да и не только с этической точки зрения, да, вот это вот репродуктивное клонирование, оно более интересно, скажем так, да, но интересно в смысле проблемы, проблематичности. О нем интереснее говорить, да, анализировать, если хотите, даже фантазировать, да, на эту тему, как это делали писатели, в частности, Хаксли. Но при этом терапевтическое клонирование также, как вы понимаете, не свободно от моральных проблем. Да, мы с вами в прошлый раз обсуждали частично это, поскольку здесь речь идет, например, о применении там, стволовых клеток и так далее. То есть это все связано с целым рядом этических проблем. Какие проблемы клонирования этические можно выделить в самом общем виде? Ну, например, возможное появление уродов при неудачной попытке клонирования. Религиозное несогласие, да? Нарушение Божьего промысла. Даже в нашем секуляризированном мире, расколдованном, как говорил Макс Вебер, мире, это является довольно весомым аргументом, да, нарушения Божьего промысла. При этом, да, под Богом можно понимать не обязательно, да, некую личность, да, некий замысел, да, рациональный замысел, и предусмотрено ли вмешательство человека, вот, святая святых этого замысла, Богом или Богом природы, если хотите, да. И возможно ли это без каких-либо разрушительных последствий для самого человека, а может быть даже для мироздания в целом, как это вот в легендах для старых было. Это вопрос, да, на самом деле. Нарушение Божьего промысла. То есть вы знаете, в той же медицине
со времен Гиппократа была такая установка, что то, что, в общем-то, находится в компетенции врача, то, что он может сделать, он должен сделать. Если это превосходит его, скажем так, умение, если это может быть нарушено, может, скажем так, трактоваться как нарушение судьбы человека, в данном случае судьбы, то от этого стоит воздержаться. Даже, скажем так, лечение. Потому что можно нанести больше вреда. Ну, какие проблемы, да, еще? Противоестественность мысли о клонировании, да? Почему-то противоестественность, ну, понятно, да, то есть мысль действительно может быть противоестественной. Хотя с точки зрения природы, в общем-то, не такая уж она и противоестественная. А вот с точки зрения человека, который хочет быть неповторимым, индивидуальным, да, и, собственно говоря, кстати, может быть и связана вся вот эта вот суть человеческой идентичности, и мысль о неком воспроизводстве личности, да, в перспективе, она, в общем-то, выглядит вполне противоестественно. Нарушение человеческого достоинства и уникальности, да, ну, это проблема, которая вытекает из того, что я вам только что сказал. Сокращение генетического разнообразия. Это уже вполне такая серьезная, да, и практическая проблема, если можно так сказать. Сокращение генетического разнообразия. Ну, совершенствование технологий и так далее. Но понятное дело, что большинство религий относятся к клонированию человека, в частности, резко отрицательно. Но, в общем-то, если когда речь заходит о терапевтическом клонировании, то здесь может быть позиция, да, более мягкая, да, она может смягчаться. Например, Русская Православная Церковь не выступает против исследований в этой области, но является категорическим противником клонирования человека. Ну и понятно, да, человек – создание Божье, он не может поставить себя на место Бога, создавать себе клонов. Это является гордыней, которая, как известно, смертный грех, мать всех грехов. Ну и все с этим понятно. Да, и еще, да, есть одна очень важная, такой важный аспект, этически связанный с медицинской генетикой и с, может быть, отчасти более широким кругом проблем, связанный с применением геноинженерии не только. Это проблема преувеличения, скажем так, значимости генетики для человека. В каком смысле? Не в том смысле, да, что, ну, скажем так, генетика никакого значения не имеет, и об этом вообще не стоит даже говорить. И так далее. Речь идет о немножко о другом, да? О том, что очень часто люди склонны уходить от ответственности, приписывая те или иные поступки, да, вот некой генетической расположенной предрасположенности, которая якобы, наверное, передана была от предков. То есть, что я хочу сказать, что преувеличение роли генетики может послужить вот таким вот, если хотите, способом ухода от ответственности за собственные поступки. За собственное поведение. Талантливость, ограниченные способности, девиантное поведение и так далее. Все это рассматривается иногда как предопределенная наследственность. Нечто. Ну, это генетика, говорят, здесь ничего не попишешь. Вот с точки зрения моральной, безусловно, да, такая позиция не является оправданной.
Ну и с другой стороны, здесь тоже очень важный такой вот философский аспект может быть затронут, да? То есть такая опасность, да? Которая заключается в тенденции полагать, что гены более могущественны, чем влияние среды. И поэтому наши действия должны рассматриваться как генетически детерминированные, а не как результат свободной воли. Вот это очень важный момент, да? Предопределенность. Проблема генетической предопределенности поведения человека возрождает парадокс, с которым наша мысль сталкивалась на протяжении многих веков, когда человек пытался поднять себя. Как можно мыслить свободную волю человека, если все происходящее в мире предопределено волей Бога или судьбой? Какой смысл в современном мире имеют идеи свободы, ответственности, морали, если все происходит в силу естественной необходимости? Если все предопределено, но если уже не Богом, да, то генетически предопределено. Ведь, с одной стороны, каждый момент времени состояние человеческого организма генетически детерминировано. И через определенные физиологические, биохимические, иные биологические закономерности причина связана с предыдущими состояниями. На этом научное познание строится. Но с другой стороны, наше общество построено как на, на фундаментальном основании, также на представлении о том, что человек обладает свободной волей. Что бы он ни сделал, все может быть рассмотрено как его поступок, то есть как то, за что он несет ответственность. Может быть вознагражден или осужден, одобрен или порицаем. И так далее. Согласно этой позиции, социальный мир как бы размечен позициями добра и зла, и взаимоотношения людей в обществе невозможны без моральной и правовой ориентации. Вот это очень важно. Да? Преувеличение роли генетического фактора, да, и которая связана с энтузиазмом, конечно же, вызванным успехами в области генетических и медико-генетических исследований, вот не должно, скажем так, привести человека к миру без ответственности, да, где все запрограммировано, детерминировано и так далее. То есть человек все-таки это его свобода, его поступки, именно поступки, которые совершаются из каких-то моральных, в соответствии с какими-то моральными ценностями. Это очень важно. То есть мы не должны прийти к миру без ценностей, без ответственности за поступки. Ну и, собственно говоря, проблема, да, или проблемы, которые связаны с международным проектом «Геном человека», да, мы с вами должны частично рассмотреть, да, хотя мы уже, собственно говоря, о целом ряде этих проблем поговорили. Вы знаете, проект был запущен довольно давно, еще в конце 80-х годов, в начале 90-х, в России 89-го года, например, в Советском Союзе тогда еще, да, правда, тем несколько свернута была эта программа, но не полностью. Помимо США и России, целый ряд стран участвовали и участвуют, особенно Западной Европы, страны Японии в этом проекте. Реализация этого проекта, конечно же, имеет очень серьезное значение для фундаментальной науки, поскольку углубит наши знания об организации и функционировании генетического аппарата человека. Но особенно важно, конечно, изучение генома человека с медицинской точки зрения. Но это, в общем-то, вполне очевидно. Уже в настоящем времени разработано и внедрено в медицинскую практику немало новых тестов для диагностики наследственной болезни человека. Это, конечно же, является результатом этого проекта «Геном человека».
Определение локализации физической структуры способов функционирования генов, ответственных за возникновение тех или иных нарушений, открывает возможности для исправления наследственного материала методами генной инженерии, о чем мы уже с вами говорили. Что на самом деле, конечно, с одной стороны, вполне позитивно, да? Но с другой стороны, может нести с собой те проблемы, о которых мы уже сказали. Вот американские специалисты Аннас и Элиас выделяют три уровня, на которых целесообразно отследить или пытаться отследить социально-этические последствия проекта «Геном человека». Во-первых, это уровень индивида и семьи, во-вторых, уровень общества, и в-третьих, уровень фундаментального философского представления человека о самом себе. Ну, если вот мы, например, на уровне индивида и семьи, да, рассмотрим эту проблему, нужно отметить, что множество новых диагностических методов, а также те, которые будут разработаны в ближайшее время, сделают людей обладателями уникальной информации об их генетических особенностях. И эта информация будет постоянно накапливаться. При этом возникает естественная симметрия прав владения и распоряжения подобной собственностью. Родители, как законные представители несовершеннолетних, имеют право на доступ к генетической информации. Но однако закон, например, не предусматривает права детей на владение генетической информацией от своих родителей. Поскольку геном человека ребенка получен им отчасти от отца, отчасти от матери, то ограничение в праве на доступ к генетической информации родителей означает невозможность получить подчас жизненно важную информацию о самом себе. Это явная форма несправедливости в отношении между поколениями внутри семьи. С этим нужно что-то делать. В этой ситуации необходимо дополнить основу традиционной этики такими понятиями, как конфиденциальность, неприкосновенность частной жизни и автономия личности, которые должны касаться уже не индивида, а семьи. О чем я говорил, да, то есть она становится субъектом, носителем вот этих вот прав неприкосновенности, конфиденциальности и так далее. А может быть даже род группы семей, да, связанных с родственными отношениями. Только внутрисемейная солидарность, справедливость, взаимная ответственность смогут оградить каждого члена семьи от нежелательного вторжения третьих лиц, от прозрачности генетических характеристик индивидов для работодателей, страховщиков, государственных органов и так далее. Кстати говоря, в связи с изучением генома, да, тут другая, да, такая вот проблема, да, всплывает на уровне общества: потребность качественного улучшения общебиологического, особенно генетического образования населения. Потому что обладание генетической информацией предполагает ответственное распоряжение ею. А последнее невозможно без усвоения основ современных генетических знаний, без понимания языка вероятностных закономерностей, например. Закономерности, которые описывают особенности проявления наследственных признаков и так далее. То есть обычно у населения представления о генетике довольно примитивные, да, там на самом деле на уровне селекции, по большому счету, да, не генетики. То есть, и все это как бы людьми часто принимается за некие истинные знания, что, конечно, недопустимо. А поскольку они считают, что обладают истинными знаниями, то считают себя компетентными для вынесения суждений, в том числе и этических, да, в данной области. Поэтому привычка к использованию упрощенных, однозначно детерминистских описаний, распространенная в массовом сознании, может самым негативным образом сказаться на поведении индивида. Mm-hmm.
Ну и в завершение несколько слов я хочу вам сказать о медицинской генетике. О евгенике, несколько слов сказать о евгенике. Термин евгеника был предложен еще в конце 19 века Гальтеном, да, таким вот ученым. По его мнению, евгеника должна разрабатывать методы социального контроля, которые могут исправить или улучшить расовые качества будущих поколений, как физические, так и интеллектуальные. Сторонники евгеники считали, что развитие медицины и других мер, улучшение качества жизни, ослабило действие естественного отбора, возникла опасность вырождения народа. Субнормальные индивиды, участвуя в размножении, засоряют генофонд нации патологическими генами. Поэтому евгеника предлагает систему мер, способных предотвратить генетическое вырождение населения. Два вида генетики, да, можно выделить. Негативные и позитивные. Первая призвана разрабатывать методы, способные приостановить передачу по наследству субнормальных генов. Вторая должна обеспечить разнообразные благоприятные возможности и преимущества для воспроизводства наиболее физически и интеллектуально одаренных индивидов. Но нужно сказать, что в принципе, конечно, евгеника не начинается, да, с конца 19 века, как вы понимаете, хотя, конечно, такого термина не было. Вы помните истории о спартанцах, да, которые уничтожали, с их точки зрения, неполноценных младенцев. Подобная практика, кстати говоря, была и в Древнеримской республике ранее, да, тоже младенцы с явными, да, такими вот патологиями уничтожались. И здесь что очень важно? Очень важно, что эти идеи евгеники могут быть использованы во вред, да, во вред человеку и человечеству, и что, в общем-то, уже история нам продемонстрировала. Например, те идеи оказали влияние существенное на формирование расовой теории и практики, да, национал-социалистской Германии в Третьем Рейхе, что послужило причиной дискредитации даже идеи надолго, да, идеи генетического улучшения со стороны ученых, общественности, да, такое неприятие последовало любых идей улучшения человеческой природы как раз вот после подобных исследований. Но нужно сказать, что не только нацистская Германия, но и другие страны, например, вполне демократичные Соединенные Штаты Америки, подобные программы 30-е годы запускали и проводили, то есть в некоторых штатах там невозможно было вступить в брак, например, да, если... недолго это, конечно, продолжалось, такая практика, да? Тем не менее, если, так сказать, супруги будущие не предоставляли информацию о своих предках до третьего поколения, здесь важно было, чтобы не было преступников таких серьезных, да, и психически больных людей, вот в этой информации. Если такая информация была о патологиях или о социальных, да, девиациях, каких-то серьезных преступлениях, то этим людям предлагали либо пройти стерилизацию, либо отказывали в браке. Это было. Вместе с тем, некоторые идеи евгеники, конечно, нельзя не признать рациональными. Само по себе улучшение здоровья населения путем планомерного снижения концентрации генов, определяющих ту или иную патологию, это вполне морально оправданное действие. И, собственно говоря, возражений не вызывает. Ну и, собственно говоря, все, что я хотел вам сегодня сказать. В следующий раз поговорим о проблемах трансплантологии. Сейчас спасибо за внимание. Всего доброго.